Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забывай про опцию «Суперспасибо» и заказом треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале проходит розыгрыш, ребятки. Участвуйте и выигрывайте. Также хочу вам предложить классный телеграм-канал. Начинающий исполнитель «Кошмар» ищет хорошую аудиторию, общаться со всеми. Очень хороший парень. Вполне может помочь с продвижением. Ссылка в описании, друзья. Поехали, ребятки! Наш платина! Может, я не прав, ты тоже не права. Может, ты не прав, я тоже не права. Ты не виноват. Я не виноват. Ты у меня встал. Тебя не было со мной рядом, где ты была. Да. Где как виновата сама. Она крутится вокруг меня, как будто вела. Ты могла меня простить, зачем ты просто ушла? Ушла. Я был не в себе, идет кругом голова. Ну что, ребятки, скажу. Мне нравится. Мне вообще классно нравится, ребятки. Я давно его слушаю. Я знакома с его треками, творчеством. Ребятки. А да, с творчеством, ребятки. Мне немножко жалко, что он ушел от своего старого стиля. Да, помнишь, как он раньше пел? Ага. Раньше было прикольно, сейчас почему-то он перестал это делать. Да, потому изменился, что, наверное, изменился. Потому что, наверное, ребятки. Мода прошла, да? И мода прошла. И ребята, наверное, ему говорят: Платина, мы не поняли твой текст. Пожалуйста, объясни там, о чем ты. Трек, раньше было не всем же хотелось читать, да, открывать текст, читать. Они просто должны были слушать и понимать, о чем. Ну, мне жаль все-таки, что он от того стиля ушел. Да, ну, нам нравилось очень его то время, да? Да, время, сейчас нормально, но мне кажется, сейчас он стал больше делать так, как сейчас делают, а раньше была индивидуальность какая-то. Денег отвечают, я уже подрочил. Я думал про тебя, но очень быстро забил. Я думал о тебе, но очень быстро забыл. Я думал, что люблю, но никогда не любил. Никогда любил, больше никогда. Не думаю про нас. Мне похуй на тебя, ты больше не нужна. Видишь, то люблю, то не люблю. Сейчас не думаю о нас. Раньше думал, ребятки. Сейчас не хочу, говорит. Потом хочу. Дальше слушаем. Никогда больше не будешь мне ебать мозги. Заебало так докапывать меня. И вот я снова делаю напас. Мне просто хочется еще поплыть. От меня воняет, я как унитаз. Я все продолжаю скатывать. Почему? Неприятно. Нехорошо. Плохо. И она не купается. Зачем? Долго зачем? Не купалась, воды горячей, может, не было. Отца вниз. Я делаю не трек, да один. Делаешь не бак, а ты мать, мать. Вижу, ты очень старался, как успеешь. Как это? Мне, говорит, пофиг на фанатов, говорит. Жаль. Значит, на нас ему пофигу. Так не говорим, обидно, на нас, на своих обидно, фанатов. Обидно, обидно. Мы же оскорбимся. Неприятно. Ютрики, как раньше, иди нахуй. Я поменял девчонку на шалаву. Я поменял друзей на эту славу. Я бы продал свою душу даже дьяволу. Может, я не прав, ты тоже не права. Ты надавал ей в рот, но я не виноват. Она тёрлась своей жопой, и у меня встала. Чё-то я не была, он про шаурму, что ли? Угу, откусить дал ей. Зачем шаурму так делаешь? Надо было самому съесть. Да, шаурма очень вкусная вещь. Там и курица есть, и капуста, и огурцы, и помидоры. Сам съел бы лучше, а ей бабарочку сосиску дал бы. Он и дал ей сосиску. Ты на меня была сама рядом, где ты была. Была. Ты виновата сама. Сама. Крутится вокруг меня, как будто юла. Ты могла меня простить, зачем ты просто ушла? Ушла. Я был не в себе, идет кругом голова. Я денег отвечаю, я уже подрочил. Я думал про тебя, но очень быстро забил. Я думал о тебе, но очень быстро забыл. Я думал, что люблю, но никогда не любил. Скажу. Ну, текст на 80% неприятный. Да. Текст на 80% слушай, какой-то не вот, очень. Объясни мне, пожалуйста. Серьезно. Да? Вот я не понимаю.
Ну почему такой текст тут? Ну я вот тоже не понимаю. Ну все равно, вот ну, хоть можно... немножко можно было что-нибудь да. приятненькое написать. Ну вот написать? Нормально, да. Ага. Ну вот, ну не ну, это. Ну прям треш. На 80 у всех оскорбил фанатов, свою девушку, да. всех, кто его любит, собрался душу продать дьяволу, друзей маты, предал. Бесстыжие. Что-то не такие. Очень текст неприятно. Мне прям, да, неприятно. Жаль, что песни так редко выпускает и вот да, так получилось. Да. Видишь, виновата сама. Ну как-то мне... странный текст очень. Почему так вот сейчас пишут такие тексты? Да, ну почему? Ведь он же талантливый так, да? Ведь он уже красивый, у него голос, да? Угу. Он же может красиво петь, да? Красивый текст. Ну, какой-то негативный текст. Всех не ну, любят, да, всем да, дают да. на... дают шаурму. Шаурму всем возьми, шаурму, да. сосиску. Да. И ни с кем не хочет общаться. Игорь еще говорит, стреляю как постоянно, говорит. Угу. Что делает? Стреляю. Стреляю постоянно, говорит. Не знаю, не поняла. Ребятки, ну что я скажу? Голос у него красивый, ребятки. Петь он умеет, ребят. Музыка такая, да? Ну, ребятки, ну, с текстом... видимо, текст писал, когда без настроения было. Наверное. Текст, ребятки, ну, не одобряю я. Не одобряю, друзья. Что могу сказать? Пока, друзья.